У этих товаров тысячи заказов и хороший рейтинг на Али, и они достойны внимания. Всем привет! Самая большая распродажа года уже началась и продлится всего несколько дней, так что спешите урвать долгожданные товары по хорошим ценам. А если не знаете, что выбрать, то вот вам 20 товаров с тысячами заказов. Они полезные, и я могу поспорить, многое вам понравится из этой подборки. В конце ролика, как всегда, будет конкурс. Приятного просмотра! Новомодная турболейка с пропеллером, благодаря высокотехнологичному встроенному вентилятору, обладает эффектом повышения давления и увеличивает напор воды. Решетка металлическая, из нержавеющей стали, создающая мелкодиспенсерную струю воды со спа-эффектом, обеспечит экономию воды до 30%. Вращающаяся головка на 360 градусов позволяет устанавливать удобный угол потока воды для купания. Кнопка старт-стоп дает возможность повторно не регулировать температуру воды. Высококачественное хромированное покрытие стойко к температуре и коррозии. В ней разборная конструкция для легкой очистки и стандартный размер, подходит ко всем видам смесителей. Полоски для очищения кожи, носа от черных точек. Простое в использовании и эффективные средства для домашнего ухода за кожей. Выходящий в состав полоски уголь очищает поры кожи, сужает поры, делает кожу чистой и сияющей. Использовать такие полоски очень просто. Нужно вымыть лицо для обезжиривания, вытереть руки, снять прозрачный стикер и приложить к носу. И через 10-15 минут можно снимать. Бессвинцовая паяльная паста для пайки BGA Microschem. Продукт разработан для ручной и полуавтоматической трафаретной печати, когда оператор может быть подвержен воздействию запаха продукта. Плюс не содержит галогенов, что способствует длительному сроку эксплуатации и отличные технические характеристики. Флюс используется с бессвинцовыми и обычными профилями пайки. Данный флюс можно использовать при пайке BGA Microschem, а остатки флюса смывать не обязательно. Дозатор в форме иглы позволяет удобно наносить его на поверхности платы. Полукруглые шнурки без завязок. Это замена шнуркам для взрослой и подростковой обуви. Будет хорошо смотреться как на классическую обувь типа туфель, так и на спортивную. Подойдут для обуви всех стилей и для разных возрастов, благодаря оригинальному и эргономичному дизайну. Это новый вариант шнурков по сравнению с обычными шнурками. Он имеет несколько преимуществ. Их не нужно завязывать. Они не решаются, и вы их не запутаете. Стильно смотрятся и более безопасны для детей и пожилых людей. Наружная беспроводная IP-камера представляет собой отличный бюджетный вариант уличной поворотной камеры. Данный выбор хорошо подойдет для наблюдения за территорией частных домов и обеспечения безопасности небольших предприятий. Данная модель поддерживает разрешение 3 мегапикселя. Она имеет выносную антенну для улучшения Wi-Fi сигнала. Вместо красного и синего светодиодов присутствуют 4 светодиода белого цвета, которые автоматически включаются ночью или могут быть принудительно отключены или наоборот включены на определенное время. Для просмотра записей на ПК онлайн и с карты через облачный сервис есть приложение. Напрямую с карты посмотреть записи нельзя, карту обязательно нужно отформатировать в камере перед использованием. Розетка для умного дома с поддержкой Wi-Fi предназначена для дистанционного и автоматизированного управления электроприборами и мониторинга их потребления из любой точки мира при наличии интернета через бесплатное мобильное приложение Smart Life. Благодаря умной розетке появится возможность управлять светом, задать график работы вашего бойлера, заранее включать кофеварку, электрочайник или выключать обогреватель, утюг и прочее в любой момент с любой точки мира. Компактный размер и современный дизайн подойдет под любой интерьер. Умная розетка подключается непосредственно к электрическим розеткам. Это дает возможность пользователю управлять любым устройством, подключенным к данной розетке до 16 ампер. Гель для ремонта кожи. С жидкой кожей вы устраните любые повреждения, порезы, прожигания, разрыв и тому подобное. Жидкая кожа очень удобна в использовании, вы легко сможете нанести ее, она быстро склеивается, а также удаляется. За 20 минут до начала полимеризации вы сможете подобрать подходящий оттенок и нанести на изделие, а при необходимости можно смыть водой ее. Полное застывание происходит примерно за 8 часов, но все зависит от толщины нанесенного слоя. После застывания сохраняет свои свойства при температуре от минус 30 до плюс 70 градусов Цельсия. При указанной температуре совсем не изменяет свои характеристики, не становится хрупкой и не повышается пластичность. Светодиодная лента с Wi-Fi контроллером и инфракрасным пультом. Лента построена на светодиодах SMD5050, располагающихся на гибкой печатной плате.
Особенностью данной ленты является возможность выбора цветов и оттенков освещения. Этой функцией можно управлять с мобильного телефона и с пульта, идущего в комплекте. Крепится лента на специальный двухсторонний 3M скотч, расположенный на обратной стороне. Есть возможность деления ленты на отрезки с сохранением работоспособности. Питание осуществляется адаптером постоянного тока 12 вольт. Сама лента используется для декоративного или дополнительного освещения элементов дизайна интерьера. Может применяться только внутри помещений в отсутствии влаги и пыли. Телескопический регулируемый магнитный захват предназначен для захвата деталей и элементов крепежа при необходимости извлечь их из труднодоступных мест. С его помощью вы легко найдете и достанете потерявшиеся гайки, болты и прочие металлические детали, которые попали внутрь кузова и в места, где их, казалось бы, невозможно достать. Портативный магнит легко раскладывается. 190 мм телескопический длинный магнитный держатель длиной 810 мм и позволяет достать упавшие в труднодоступные места металлические предметы. Главная особенность этого магнита – это наличие светодиодной подсветки, которая позволяет работать в местах с ограниченной видимостью. Жидкий мгновенный клей для шитья ткани. Он универсальный и пригоден для создания декоративных изделий, ремонта различных приспособлений из кожи и натуральной или синтетической ткани, а также для создания временных швов. Благодаря уникальному составу такой клей выдержит даже машинную стирку при температуре до 100 градусов. Главное в первые 24 часа после склеивания не стирать изделия. Максимальную прочность соединения приобретает уже через 10 часов после нанесения клея. Детская игрушка «Яйцо пингвина». Как это работает? Погрузите яйцо в воду, и из него появится, как будто вылупится, милый зверек. А снизу яйца, как из лейки, побегут струйки воды. Нажмите на зверька сверху, и он брызнет струйкой воды изо рта. Игрушка довольно крупная. Помещается в руку взрослого или в две ручки ребенка. Крепкая, так просто не сломаешь, очень качественная. Экопластик, абсолютно без запаха. Игрушка подойдет детям от 3 лет. Популярный автомобильный толщиномер. Это максимально легкий и удобный в использовании прибор, предназначенный для измерения толщины лакокрасочного покрытия на магнитных металлах и немагнитных металлах. Тестер краски с успехом применяется для проверки кузовных деталей автомобилей на наличие скрытых повреждений и при контроле лакокрасочного покрытия. Использование автомобильного толщиномера позволит вам найти и выявить все произведенные кузовные ремонты и восстановление лакокрасочного покрытия. Толщиномер безошибочно определяет повторный окрас, лакировку, шпаклевку, переходы и полировку. Кабеля, зажимы, органайзеры для крепления шнуров, кабелей, проводов, которые вам мешают. Теперь нет необходимости проделывать отверстия в стенах или других поверхностях, чтобы прикрепить данный зажим. Нужно всего лишь снять пленку и приклеить самоклеющиеся зажимы на той поверхности, где будет проходить кабель, с чем справится и женщина, и ребенок. 20 штук в упаковке. Этого вполне достаточно для крепления кабеля до 5 метров длиной. Подходит для автомобилей, дома и офиса. Может применяться к различным кабелям, такие как компьютерные кабели, ТВ-кабели, гирлянды, USB-кабели и так далее. Угловой редуктор для шуруповерта. Для отверточных насадок используется в местах, недоступных для шуруповертов и гайковертов. Изготовлен из нержавеющей стали, незаменим для работы в помещениях с ограниченным пространством, имеет редуктор с шарикоподшипником и возможность изменения вращения в обоих направлениях. Совместим с битами, либо со сверлами с шестигранным хвостовиком. Женские свитера с высоким воротником. Стильная модель оверсайз с воротником с отворотом согреет вас в любую погоду. Свитер связан гладкой вязкой, воротник, манжеты, рукав и низ изделия связаны эластичной резинкой. Свободный крой кофты дополнен мягкой спущенной линией плеча. В тандеме с мягкой ворсовой пряжей образ выглядит мягким и комфортным. Эта модель представлена в размере on size, но благодаря свободному фасону подходит для девушек с размерами S, M и L. Дополняйте теплые кофты брюками, джинсами и юбками расширенных силуэтов. Создавайте уютные домашние образы и стильные наряды на каждый день. Для офиса можете надеть поверх свитера жакет свободного фасона, дополнить обувью на каблуке или платформе. Ультразвуковой скрабер для лица. Это двойное действие, что позитивно влияет на кожу и делает ее моложе и свежее. Ультразвуковой скрабер совершает очищение и помогает эпидермису лучше поглощать сыворотку. Кожа моментально становится более гладкой и мягкой на ощупь. Увлажнение и обновление, которые она испытает, вы сможете сразу оценить в зеркале.
Эргономический дизайн, мультифункциональность, высокая эффективность и безопасность скрабера обеспечивает результат, идентичный салонным процедурам. Регулярное применение позволяет качественно очистить кожу, замедлить преждевременное старение и снизить склонность пор к дальнейшей закупорке. Мыльница – листок для ванной в форме лепестка с небольшим стоком на одном из ее концов. Сделано это для того, чтобы лишняя влага и вода, которая будет оставаться после установки мыла, не скапливалась внутри, а спокойно стекала в раковину. Она держится на трех маленьких присосках, которые позволяют легко менять местоположение мыльницы в ванной комнате. Вода в мыльнице не застаивается и сливается прямиком в раковину, не дав мылу размякнуть. Клещи для обжима втулочных наконечников используются для опрессовки втулочных, то есть трубчатых и гильзовых, с изоляцией. Втулочных с изоляцией для двух проводов и втулочных без изоляции наконечников с диапазоном сечения провода от 0,25 до 10 мм квадратных. Следует заметить, что данным видом инструмента обжимается только сама гильза, в которой находится проводник, то есть провод или кабель. Изоляция не подлежит обжиму. Клещи для обжима втулочных наконечников имеют систему регулируемой разблокировки, которая исключает недоопрессовку наконечника на проводнике и храповый механизм. Изготавливаются клещи из 3-мм закаленной стали, а также имеют точно подогнанные матрицы и удобные ручки. Пульсоксиметр является современным контрольным и диагностическим медицинским прибором. Он предназначен для измерения насыщения артериальной капиллярной крови кислородом. Этот показатель является одним из важнейших в сердечно-сосудистой системе человека, ведь легкие наполняют и насыщают артериальную кровь кислородом. Недостаток кислорода опасен, и есть ряд заболеваний, при которых контроль данного показателя важен, как и точность показаний. Эта штука очень важна для тех, кто болеет короной, сам убедился в этом. Простой в использовании пульсометр-оксиметр сегодня является незаменимым прибором для каждого, осуществляя как однократные измерения, так и для длительного мониторинга уровня кислорода и частоты сердцебиения. Коллектор для сбора пыли. Для того, чтобы просверлить отверстие в стене и не засорить дом пылью, обычно нужен пылесос и два человека. Один сверлит, другой держит патрубок пылесоса. А что делать, если некого позвать на помощь? Коллектор сбора пыли решит этот вопрос. Штука дешевая, простая и функциональная, думаю, точно пригодится в ремонте. Ну вот и конкурс, приз 400 рублей, и я его разыграю, если на видео до 20 числа наберется 400 лайков, это же легко для вас. Условия простейшие, нужно поставить лайк этому ролику, быть подписанным на мой канал и написать в комментариях, что вы купили на прошлой распродаже, то есть год назад, или что бы хотели купить на этой, если на той ничего не покупали. Я буду очень вам признателен, если будете делиться видео в своих соцсетях, так ролик точно наберет лайки. Спасибо, что смотрите. Хорошего вам дня и скоро увидимся!